Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних 5 путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Ну что же, еще раз всем добрый день, доброе утро, добрый вечер. Идет уже 20-й час нашего прямого эфира. И продолжаем мы азиатские квалификации на International. Сейчас у нас будет 6-й тур, предпоследний тур на сегодня. На ваших экранах турнирная таблица. И вы посмотрите, у каждой команды сыграно по 4 матча. Полный баланс. Ну видите, что Arrow 4-0, Minesky и Orange 3-1. MVP, RRQ и Mid по 2-2 и по 1-3 имеют как раз таки Excretion или XCTN Skies, сенсационно 1-3, First Departure и последнее место Zephyr 1-3, вот пока самые неудачливые команды сегодняшних азиатских квалификаций. Два тура до конца, 6-7 тур, по 2 матча на каждом из стримов нам осталось посмотреть, ну и сейчас в 6-м туре мы с вами будем смотреть за игрой команды Mythrust из Таиланда против команды Execration. Также MVP Phoenix против Zephyr на нашем втором стриме. На нашем третьем стриме Arrow против Orange. И на нашем четвертом стриме Minesky против First Departure. Все игры уже начались. Все игры вы можете смотреть прямо сейчас на наших каналах. Юзайте мульти-твич. Ну а вот команды, которые будут играть сейчас. Сначала ребята из Execration, неизвестные мне, Абенг, Фокс, Ив, Майк и очень брутальный Бонг. Ну и против них легендарные Mythrust, Бумел, Кут, Абба, Лейкелс, великий Формила Лейкелс и ТНК, которого мы еще в 2011 году прозвали Иисус. И до сих пор этот чувак всех пугает. И ужасно играет. Сравнение команд. Мы видим 46% винрейт у одной, 42% винрейт у другой. Не самые выдающиеся статы. Ну, сравнивать можно. Видим, что у Mythrust немножко поактивнее в плане того, что больше ласт-хитов. Но совсем немного на 8 ласт-хитов в среднем в игру. Ну, и ГПМ, XPM немножечко повыше. В любом случае, фаворитом этого матча считается команда Mythrust, которая вот только что переиграла Skies в прошлом туре. Ну и давайте смотреть, как дела пойдут сейчас. Mythrust за Radiant и за Dairon сыграет Execration. Ну и Sin King, Kentaur, Viper у XCTN, ну и против них Mythrust, Invoker, Trend Protector. Пока так. Пока у нас все довольно-таки стабильно. С стороны Mythrust пикают они привычных для нас героев, для нашего лада, которые мобильны в любой ситуации. А Execration, они делают ставочку. Сразу они кидают карту, что не собирают они куда-то бегать и что-то делать. Набирают жир, причем много жира, на что показывает у нас Viper, Kentaur, и собираются играть в силовую доту, раз она попроще. Да, нам показывает, что игрок команды Mythrust Абба имеет 100% винрейт в этом году на инвокере, но опять-таки выборка небольшая, два матча все он сыграл, но оба выиграл с хорошей статой, мы видим 10 фрагов в среднем, 1.5 смерти, 9 ассистов, то есть инвокером чувак играть умеет, ну вот мы видим... Этот товарищ на Вайпере так себе, скажем так. Товарищ Ив. Ну, пока. Или Эва. Да, ну пока у нас одна игра, все-таки у нас конкуренция довольно достойная. И вспоминая вот наши американские отборочные, где нар пикнули всех героев, у которых винрейт там ниже 25%, они взяли и в салат потащили. Да, так что, в принципе, статистика — это только цифры, и статистика имеет смысл после матча. Но перед матчем статистика, в принципе, не дает ничего. Вот, мы видим связку. Ну вот, да, связку, которую все любят говорить, что вот, Shadow Demon и Sunstrike Invoker, это же такой кайф, экзортный инвокер, он придуман, чтобы его брали с Shadow Demon. Ну, мы видим, что невысокий винрейт, даже маленький, я бы сказал, да. 43%. Ну и самого Shadow Demon невысокий винрейт, 46% в 385 матчах в этом году. Ну вот вместе 7 раз были пикнуты эти герои, 4 из этих 7 раз выиграли. Invoker, Trend Protector и Shadow Demon, конечно же, имеется в виду.
Связка довольно надежная, которая рассчитывает выход на лейт с постоянным сейвом. То есть это у нас Shadow Demon защищает любого товарища от врыва Кентавра Санкинга. И когда этот врыв происходит, то врывается Трен Протектор, ну, кидая корни на всю команду, и за ним следует инвокер. То есть такая, ну, хорошая. Ух ты! Давно я эту барышню не видел. Экзократион ее взяли. Это Кристал Мейден. Сильный нюкер. Завершают они свою связку бойцом, который дает большой Magic прокаст, и его нужно дальше усиливать. Имеется у нас два саппорта, которые могут фармить лес, воевать на трипл лейне и делать все остальное. И осталось взять второго кэрри. Причем кэрри, который не уступает у нас морфлингу, а таких на самом деле не очень много. Ловить. Ну, SF с хексом там, но это понятно. Ну, это на самом деле, да. В лете, ты же знаешь, любой кэрри может купить себе хекс и там тревела, и он уже будет тоже контроллер. Так что на это уровне с морфом, действительно, да. Да, так что это нормально. И сейчас самая главная задача для Экзократиона — это, ну, просто определиться, что они будут делать. Видно, что по пику им опять морфа ловить нечем, поэтому самое вообще адекватное — это по пути Минески просто пикнуть второго кэрри у Бержовского и идти, ну, себя на Травела, Хекс, Ринкенсферу, Скади отжирать. Да, почему бы и нет. Ну, в принципе, против Морфан, ну да, есть там три стана, есть там Вайпер Страйк, но опять-таки это не бурст. Это не бурст. Ну, бурст единственный тут только дабл эдж, да, и все. Чтобы можно очень быстро там вкастовать как-то и так далее. Морфу этого мало обычно. Да, морфу нужно напинать с руки, причем пинать очень жестко, а здесь у нас пинает один вайпер, но только если до этого внесено много дамаги. Обычная ситуация, когда вы гангаете морфа с врыва Санкинга и Кентавра, ну, такое происходит не так часто, потому что все-таки морф у нас мобилен и ведет себя аккуратно, поэтому для Экзократион шанс это только замес усиливать. Ух ты, смотри, кого забанили. Отличный бан, я вот хотел, кстати, Митраст, они сами понимают как никогда, что антимаг это, наверное, один из лучших каунтеров морфлингу, потому что морфлинг у нас часто пакуется на скади, линки, поздно у него появляется баттерфляй, часто он пакует шотганы, и антимаг, во-первых, прекрасно бернит ману, во-вторых, он у него маг-резист, то есть уже по двум факторам он превосходит этого героя. И нужен убийца для их закрытия. Ну кто, сильный. кто? Какие варианты? SF, Луна, кто там у нас? Ну тогда Вайпер придется в мид против Инвокера ставить, но в принципе это неплохой вариант. Он нормально стоит. То есть это прода Вайпера ставить один на один, потому что у него хорошие статы, отличная пассивка, да и вообще он такой сильный товарищ, поэтому нужен любой боец, который бьет с руки. Даже Мирана более-менее подходит, потому что... Боже, про Мирану вообще здесь никто не вспоминает. В базе вообще, да. Это не герой вообще. Кому она нужна? Тут на самом деле, ну, большая разница. То есть у нас не пикают Траксу, да? То есть у нас вообще не пикают героев, которые... Не, ну была где там Тракса в одной из игр. Кстати, у этих же ребят из Экзократион, ну и тут же там Спирит. Да, они решили усилить свой контроль, но при этом ослабить лейт. И в итоге это на самом деле такой себе вариант, потому что сейчас лейт за Митраст, причем он очень сильный. Все, что нужно Митраст, это защита, да, защита вышек. Больше ни черта. То есть нужен какой-нибудь хардлейнер, который умеет откидывать вейв. А кто у нас умеет откидывать вейв? Ну, какой-нибудь Клокверк хорошо умеет делать. Тимбер, ну, Тимбер это такой. Ну, Клокверк вообще гениальный будет здесь пик, по-моему. Что он и под инвокера хорошо закрывает, ну, на санстрайке, и да, под все он хорошо идет. Да, вариантов огромное количество. Там бисмастер, все, что стоит на хардлине. Фактически вообще так, знаешь, так получилось, что все хардлайнеры умеют кидать что-то с руки. Ну, может, да. Даже Тайтхантера, кстати, можно нажать. Он как бы хотя бы усиливает замес тебе под комбинацию с тринтом. Ну и посмотрим, что же выберут сейчас тайландцы. Тайцы, наверное, будет правильнее, не тайландцы. Или лесника. Любого, который сможет также кидать издалека. Вообще, Нюкс. Да, это будет Никс. Не самый, по-моему, идеальный выбор здесь. Для защиты товаров, но будет плюс в лейте. Шторма хорошо контрит он. Да, мы это прекрасно знаем, как он щелкает иногда по шторму. Так что мало не покажется.
Ну и теперь у нас у Митрас появляется потрясающая комбинация. Есть Нюкс, который стоит на харде. Вот такими героями цеплять его довольно тяжело, потому что когда Сен Кинг или Кристал Мейден входит в зону рейнджа, то способен ты, ну, убегать на раз-два. И при этом у тебя есть Санстрайк. То есть вот учитывая, что там Сен Кинг, Мейденка и Шторм Спирит, то в ближайшие 20 минут Санстрайком можно щелкать очень четко. Ну, если опять-таки это будет экзортный инвокер, потому что были у нас уже инвокеры сегодня утром, которые в связке с Shadow Demon'ом играли в Пасовекс. И ничего не делали при этом, ну, да? Ну, это я абсолютно ничего. Ну да, мы такие же игры наблюдали. Ну что, давайте смотреть. Итак, шестой тур, азиатская квалификация. XCTN против Midtrust, 1-3 у XCTN и 2-2 у Midtrust на данный момент. Это, опять-таки напомню, предпоследний матч сегодняшнего дня, 7 туров сегодня, завтра 4 тура, завтра тоже начало в 7-7. Ну и не забываем, что сегодня в 20-20-23 по Киеву, 12 ночи по Москве, пятый решающий матч американской квалификации между Liquid и North American Rejects, где и определится 12-й участник International, а также первый участник Wildcard. Вот этой лютой четверки, которая будет разыгрывать между собой последний слот на турнир уже в Сиэтле непосредственно. Заходят в лес, хотят найти здесь противника, понимают, что противник слегка уязвим, поскольку у нас Мейден Кеймарф слабые. Ну и вообще, глянешь на Марфа, да, 350 хп. То есть, если он сейчас придет с таким хп на трипл лейн, то будет очень больно ему. И начинают вардить. Завардили они в основном лес. Раздевардили вражеский вард, кстати, вот это вот очень тонкий момент. Да, 50 голды заработал сразу Ninja Boogie, и очень четко тыкнули сентри, прям вообще отлично. И похоже на то, что у нас ребята собираются делать небольшой поворот. Наверх у нас идет Кентавр. Кентавр очень хорошо стоит против Нюкса Сайсена, потому что ему, мягко говоря, вообще не нужна мана. Ты качаешь, ну, пассивку, да, и у тебя отличная тычка, выше дэмэдж, ну и все остальные дела. И снизу, вот осталось только выстоять снизу. Кстати, прошу заметить, что у товарища из Таиланда, который играет на Никсе, касперовский сет. Каспера. Да. Знает все. Покупайте сет Каспера. Да, обязательно. Каспер получает за это денежку, кормит Стасяна. Стасян будущее поколение. Стасян, да, будущее поколение дотеров, так что. И не только дотеров. Если хотите, чтобы ваши дети играли со Стасяном в будущем, то поддерживайте Каспера. Вот, это правильно, это правильно. Стасян уже рарки ставить умеет и так далее. Ну что, с ДД здесь у нас вайпер на линии, поэтому Морф пока особо никуда не подходит. Лейклс мы видим действительно 359 хп, для вайпера это 3 выстрела, поэтому пока надо ему немножечко постоять. Лейклс, вот товарищ, который в доту играет, ну, наверное, сколько я доту азиатскую комментирую, столько он не играет, и вот веб-сайты, да, которые очень любят азиатскую доту, комьюнити, которые любят азиатскую доту, там, Bergsu Gamers и так далее, они всегда его восхваляют, этого товарища, как просто там одного из лучших хэри вообще в истории доты азиатской, там, бла-бла-бла, и вот-вот просто, ну, пока Лейклс не смог себя проявить на каком-то, да, топовом уровне, ну, потому что команде из Таиланда на топовый уровень попасть довольно тяжеловато, то есть шансов очень мало, и у нас в Азии, если есть турниры, то это там один... Два турнира в год, которые там проводятся на лане, и все, больше ничего. То есть есть какие-то там онлайны, но они не крупные, и вот по сравнению с Европой, конечно, им тяжеловато. То есть есть ВПЦ турнир с огромным количеством денег, но с закрытым, грубо говоря, списком участников. Ну и есть другие турниры. Так, Shadow Demon зашел, Sunstrike, Wave, семечко, и вот он Firstblood. Изи, просто изи. Те самые слабые саппорты. Мейденка, да. Санкинг, увы, ничего они не расскажут нам вот такой связки, да еще и под инвокером. Да, это абсолютно понятно, но и мне очень интересно, что будет дальше. Вот опять-таки на Санкинга здесь напали, сейчас заставит его просто выкапываться отсюда, потому что тут дерево с руки, блин, по 90 бьет. И Санкинг тут опасность себя чувствует. Опять-таки, если Shadow Demon спрячет, тут спрятали вайпера. Санстрайк, семечко, вейв, и до свидания, вайпер. Сэнд-Кинг, подкопа нет, песка нет, до конца не пошли, к сожалению. Ну, может быть, к радости. Второй фраг Митрас. Ну и вот, и вот эта трипла тут будет просто щелкать. И ребятам из XT, из, как называется еще раз? Экзократион. Экзократион, им это нравится, я смотрю, потому да, что... Да, XTTN, не знаю, как мы их будем называть. XTTN лучше называть, так проще, потому что очень сложное название.
Да, потому что они пулы не заблочили, то есть мид спокойно могут отводить крипов и заставлять лайн держаться так, чтобы их закатён не видели мидраст. И если у нас выходит лобовое столкновение, то Трент со своими там почти 100 урона, да, он сильнее почти любого, ну и учитывая инвокера. И единственный шанс — это держать мид на расстоянии, то есть стоять вдалеке, отпушить под тавер свой лайн и при этом заблочить пулы. Но учитывая, что пулы они не заблочили, выходит у нас вот такая... Ну они там пробовали, они же там потыкнули вард, его там сразу же раздевардили, но правда они тыкнули вард куда-то вот сюда вообще, да. Они не на пул. Да, и теперь поэтому у них огромные проблемы. Вайпер, который терпит, это самый, наверное, слабый герой в доте, потому что его армор, точнее его скорость МСа, 285 базовая, она ничего не дает ему. Они так, знаешь, с мейденкой на пару. У него 285, у него 208. Быстрые ребята такие, да, особенно там от вейва морфа убегать или от санстрайка попасть очень сложно. Санстрайком по пацану, который 280 бежит. Ну а тут уже в 3 экзорт и готов дальше продолжать Абба как раз таки на инвокере заливать санстрайки по карте. 225 дэмэджа уже он вносит, так что как только ЦМ-ка подставится, я думаю, сразу же будет Shadow Demon ее прятать. Ну правда дерева пока нет, да, и я думаю, дерево тут не нужно. А дерево здесь встретило, мы видим, товарища Шторм Спирита. И до свидания, Шторм Спирит. Вот так вот. Блестящая игра от Трента. Да, Трент очень четко, да и хороший санстрайк был, да и по таймингу все сделал Никс, который тоже пришел сюда вовремя с тапком. И ты посмотри, Никс, 4-я минута, аркан тапки. Сложный, против триплы, кажись, да? Не против триплы, против кентавра, но там просто Сенкинг что-то там делает, а Сенкинг фармит все даггеры, я понял. Сенкинг бегает 2-го левела, и он, по-моему, вообще не хочет видеть Никса, потому что у него маны на один стан, и если он даст ему маноберн, то... Ну, точнее, да, у него будет очень мало, он даже не сможет фармить себе леса. Да. Ну и Вайпер тут по-прежнему стоит, да, и терпит. А что ему тут еще делать? Вообще, ему надо идти наверх, потому что снизу, как бы, терпеть — это, ну, не самый лучший вариант. Ты забираешь очень мало крипов, вот у него только 9, а у Марфа 29 крипов. И при этом Shadow Demon забирает вообще весь лес. Для да. себя. Помешать пулам Shadow Demon невозможно, потому что у тебя блестящая инициация плюс ассист морфа, который в любой момент ворвется в тебя. Ну и по итогу Вайпер, возможно, это был такой их план, чтобы он вот так стоял, но я думаю, что... Ну, это если был, то это какой-то не очень правильный план, скажу я так, потому что, ну, это... Вот и все, улетел он куда-то. Нет, не улетел. Ну, сейчас он ждет. Не знает, что ему делать. Да. Крипы пошли, он никого не видит на карте, вижена нету. Вижен есть только вот здесь на верхней руне. То есть его могут смоки гангировать хоть и в спину, хоть куда угодно. И он об этом ничего не знает, он просто стоит. Левел 3. 9 крипов. В то время как Морф перевалил уже за 30-ку, и 5-й имеет левел, скоро будет иметь 6-й. Верно, а сверху у нас Нюкс, которого загангать очень тяжело, потому что Карапаси, у них вот такие ники, которые летят какое-то время, и по итогу Нюкс себя чувствует шикарно. Пока он сейчас 6-й левел возьмет вообще, сейчас запулит сюда крипов. И убьет кого-то из этих саппортов. Да, еще. А может и двоих. Кстати, смотри, какой классный пул, он сейчас запулит крипов, и все эти крипы умрут, а все крипы выживут. Да. И нужно сразу реагировать, нужно сразу идти, и очень опасный момент, нужно собирать этих крипов срочно. Смотри, как они поумирали все, и никто не получил XP абсолютно за них. То, что надо Никсу, Никс получает 6-й левел под тавером. Нюкс соло тащит катку, все, что я могу сказать. Пока да. Ну, в такой ситуации, выход на центр, у нас выходит ребята. Кентавр летит вниз, все, поменялись наконец-то. Дерево нашел Сенкинга, это вообще какое жесткое дерево это. Так, а снизу у нас рвается кентавр, летит на морфа. И? Такой себе врыв от кентавра, он передумал, он прибежал, стампед юзнул, но до конца не побежал, решил, что он не стоит, слишком рано. Ну и на топе мы видим, вообще никого не осталось. То есть Вайпер туда не хочет, что ли. У Вайпера нет ТП просто. Кентавр бежит в мид, что вообще происходит, ребята? Нюкс выходит на центр, стоит в центре, Саид ждет свою жертву, отходит у нас, нет, Шампинит вообще не понимает, что он спирит, что нет Нюкса и... Вот он Нюкс, можно минус ману хотя бы сделать. Нет, не решился. Первого левела. Ну, происходит то, что у нас у Exotration полностью полетел их план, в котором они должны были выигрывать сложный лайн как. И теперь проблема в том, что нету, как у Альянс, Адмирал Бульдога, да, который бы уже имел пол радианса там, к 8-й минуте. Да, а есть только Вайпер, у которого имеется 13 убитых крипов против 41-го. И это беда, печаль, потому что у Вайпера тапок 600 голды и базилка. Что с этим делать, не ясно. Кинару возвращается на свою легкую линию, где он будет продолжать пытаться нафармить довольно быстрый даггер. А Никс против него здесь 6-й левел. Никс вообще не парится. У Никса все вообще отлично.
Никс Даггер получит, я думаю, еще и раньше, чем этот Кентавр. Так что ЦМ-ку, опять-таки, было бы неплохо цепануть. Второй, третий левел ЦМ-ка, 530 хп. Он сейчас здорово сделал, выключил базиль, значит, пушит тавр под себя, заманивает вайпера, вайпер заходит к секрет-шопу. Ну и вайпера надо убивать здесь, сейчас будет санстрайк. Ну что, попадет здесь? Ох ты, смотри. Шедоу демон-то Лейклзу говорит, я тебе фраг не отдам, я отдам инвокеру фраг, врывается шторм, цепляет шеде, шеде никак себя не может засейвить. Дерево, дерево поможет как-то, дерево Ливинг Армор на кулдауне, ну тут мы видим, есть еще один фраг. Ну и под вардом побегал здесь Шторм Спирит. В итоге инвокер покупает себе Мидас. А на кого дерево бросило там Ливинг Армор? Почему не на ШД? Ну я уверен, что на Морфа. Ну, наверное, да, наверное. Морф все-таки поважнее будет. 6-1 счет. Ну и пока я вижу полнейшую, тотальную доминацию Митраст. И очень тяжелое начало игры для XCTN. Да, я вижу то, что саппорты команды XCTN не могут найти себе место на карте. Вот только Сан-Кинг у нас сейчас забрал центр. Хотя Сан-Кинг может фармить лес, Кристал Мейден может фармить лес. Они оба могут фармить лес, но, как мы с тобой видим, этого вообще никто сейчас не делает. У нас лес полностью пустует. Да, ну в то же время, хоть Тренд Протектор ШД делает какие-то перемещения. Пятый левел тот, пятый левел тот. А у Сан-Кинга мы видим левел 4, 520 голды, там минус вайпер. Морфинг просто в соло его забрал. Просто через вейв напал и до свидания. Также развел нас Мейденку на ново и уходит спокойно под... на низ. Это, в общем, это вот легендарный Иисус. Вот, да, да. Который на этом морфе изи завозил катки на первом интернешнле, пока его не начали банить. First пиком, точнее, first баном. Ну и теперь мы видим, все-таки достался ему этот герой, и чувствует он на себя на нем просто замечательно. Невозможно убить из-за тренд протектора, то есть вот сейчас ему дает армор, и вот это что, Мейденка, они абсолютно бесполезны. Ну, их вот этот ганг-сетап, да, потому что некому сбивать щит. Вообще некому, то есть ты кидаешь щит, и все. И вот это вот, ну, то, почему мне шторм, он не очень понравился, потому что... Как бы ты гангаешь, но без этого щита Морф будет просто сплитпушить всю твою команду и до свидания. Но ТНК уже на топе ждет вайпера. Вайпер сюда приходит. Как же он сейчас будет разочарован? Что он думает, что здесь один Никс, а тут целая толпа. Спрятали ТНК. Вайпера тоже спрятали. Никс сейчас копнет. Санстрайк тоже сюда. И до свидания, вайпер. Вот так вот. Вайпер умирает четвертый уже раз. Тут Сенкин капнул Никса. У Никса есть инвиз. Успеет ли он? Да, успеет, конечно же. Успевает. Карапаси сейчас будет пытаться убить еще и Сент-Кинга. А хотя под вардом убежал просто отсюда. Сент-Кинг не докапывается, и на развороте убивать надо. Сейчас Санстрайк будет очередной. Вот Санстрайк. А, ну ему надо еще подождать пару секунд. Да, пока всех стянули наверх у нас. Это была такая жесть сейчас. Просто Сент-Кинг подходит к пятериплу стаку. Думает, зафармлю. Прячется в песочек, а тут опа, вард стоит недалеко. У Сенкинга 50 хп. Такой, ой, что за фигня вообще. Хорошо, что среагировал. А то есть же такие, что стал в песочке, пошел в альтап. Да, 8-1 на 11 минуте. Ну и пока 4000 голды, 4000 экспы просто в одну калитку. Да, Сенкинг был близок к хайлайту. Да, это был бы действительно хайлайт, я на 100% уверен. Веселый был бы момент, но в любом случае он выживает. Теперь он знает, где фармить нельзя, а где можно. Да, и теперь у нас Exenitration попадает в ситуацию, что им нужно реализовывать Blink Dagger Кентавра. Для того, чтобы его реализовать... Вот снизу, сейчас будет на Морфа прыгать, вот так. Вот так. И прячет его Shadow Demon. И Морф сейчас будет убивать Кентавра, не? Нужен армор на Морфа, и можно прыгать в ответ. Да, заставить шторма прыгнуть еще раз, тут никого нет. Вот. Отлично прыгает, начинает бить. Ну и теперь шторм. Санстрайк шторма не хочет, но не убьет. И вот 300 хп там было. В любом случае, только на верочку у нас инвокер санстрайчит. Потому что сейчас у него 287 дэмэджа всего. Вот на топе вайпер. Боится выйти из-под тавра вайпер 0-4-1. Он понимает, что как только я выйду, меня убьют здесь. Простоит здесь сентри и знает про это сентри Никс. Потому что его в прошлый раз здесь ловили. Копает вайпера. Еще с ульта. Дерево. Санстрайк. Неточный, правда. И вайпер убежит отсюда под ультом кентавра. А тут проблемы, кстати, будут у ребят из Митраст. Ну что, прыгает Сент-Кинг, кастовывает ультимейт. Его капнули, дерево умерло. И Никс может тоже умереть. Нет, Никс все-таки убежал. Врыв на центре, прыгает на инвокера. Шадо Демон опять блестяще сейвит инвокера. И инвокер выживает.
Шаде пока играет просто феноменально. Отыгрывает на полностью вот его задачу. То есть, как мы говорили ранее, его задача сейвить пацанов, отрыва кентавра со штормом. И вот он эту задачу прекрасно понимает. Поскольку у нас Морфлинг уже почти практически неуязвим под трентом протектора, то сейвить нужно только центрального. Вот на Морфа опять-таки напали. Дерево пока не помогает. Есть перекачка Лейклаза. Вот он, Ливингар Морн. На развороте Лейклаз говорит, ну окей, теперь давай драться. И полетел на Абинга. И очень больно ему сделал. Вставляет его пип-банку. Есть еще санстрайк. У него у Морфа есть на второй вейв. Вот летит и нужно... Но есть ТП, поэтому Морф здесь пытается развести. Вот так вот. Спрятали. Лейкл забирает тавер. Санстрайк неточный. Кентавр. Вот это хорошо сейчас от XTTN. Ну и Лейкл заберет сейчас, наверное, фраг. Да, и еще и может подраться немножко с кентавром. Тут колба. Лейклс, будет ли Ливингар Морн? Никс, блинка, отлично, по двоим. Еще и здесь же дерево. Класснейший момент сейчас. Сенкин по троим. Вот это да, пошли хайлайты. Но карапаси от Никса, дерево ультует. Сенкин пытается уйти отсюда, будет ли санстрайк. Никс ловит подкоп. Не точно, идет отдаваться нейтралом Сенкин. Одна секунда до подкопа. Сенкин, санстрайк. Не попадает, Сенкин, 10 хп. Морф, одна тычка. И все-таки, да ладно, неужели он уйдет отсюда? Никс, вслепую, нет маны, вслепую не попадает. Фокс остается здесь, блин, через 4, 3, 2, 1. И к Нюксу. И не знает куда, не знает куда. Он очень боится. Здесь стоит репликейт, он... Пятки играет с... Да-да-да-да. С Митрасно. Пока у нас Санкинг побеждает, тут возвращается Морфлинг. Кстати, был близок. И вот увидели, сейчас санстрайк будет. Чудесная игра. Как чувствовал. Просто чудесная игра. Отлично, Лейклс тут же прыгает на свой репликейт и адаптив страйком добивает. 12-3. На топе. Поймали Вайпера. До свидания, Вайпер. Да, Вайперу это дерево будет сниться, я думаю. Да, и этот Shadow Demon. Ну что же вы, ребята, делаете? Что я вам такого вообще... Я же ничего не сделал. Пришел просто пошпилить. Ну, Морфа, кстати, Линкенсфера уже есть. Дерево купило Даггер. Инвокер купил тем временем Некробук. Пока первый. Скоро будет второй, дальше и третий недалеко. Ну, пора выходить. У нас Лейклс по стариночке начинает пушить нижний тауэр. Один, ему фактически никто не нужен. И товарищи убегают наверх четвером. Не самый лучший сетап для именно вот таких тимфайт заметов, но при этом огромная мобильность вот у нас. Врываются на Shadow Demon. Shadow Demon сразу забирает. Трент прячется. Деревце, беги. Так его видят. Да, деревце стоит. Не знал Сенкинг, что его тоже видят. Проблемы у Сенкинга. Надо выкапываться. Сенкинг дерется до конца. Выкапывается тут еще Вартасбиль. И Никс ловит его. Привет, Вайпер. Ультанул. Проблемы у дерева. Шторм ворвался. Дерево живет. Дерево под Вайпер-страйком погибает. Никс. Никс. Хочет убить кентавра, потавр не побежал. Санстрайк будет, санстрайк только что был. Ну, в итоге Лейкл снизу убивает тавр. Блин, какие драки веселые. Никс должен прыгать сейчас за кентавром. Вот тут, вот, ой-ой-ой, кентавр, к сожалению, погибает. Этот Никс, конечно, тоже отлично играет в него просто. Там ДД валяется, Лейкл забрал Т2, на него ворвались, он тут же вайваут. Не успел просто цепануть его абинг. Ну и, понятное дело, дальше за Лейклсом гнаться не стали. Дерево живо, поэтому будет Лимер Мор. Там, к тому же, Линка, ты его в Вортекс не затянешь вообще никак. Тебе нужен еще кто-то. Ну и вот как сейчас Морфа цеплять? Морфа лучше уже не цеплять. Уже надо... Ты думаешь, стоит написать сейчас две чудесных буквы, да, одинаковых? Не, ну я повторюсь то, что сейчас лучше стоит засесть где-то сверху. Сделать, наверное, 3 раза минус 4 вот на Митраст. И тогда, ну, возможно, в 5 на 4 что-то удастся. Потому что, ну, Морфа никак не взять. Вообще никак. То есть шторм постоянно к нему приходит, он постоянно на него прыгает, тратит всю ману. В итоге, что мы с тобой видим? 17 минута, что есть у шторма, учитывая, что он особо не умирал. Ну, только 2 раза. Ничего. Да. Потому что он бегает и гангает того, кого он, в принципе, убить не способен. Ну, и в итоге вот он летает на базу. Да, и в то же время мы видим, что Некро 3 появляется у Инвокера. У него 11 левел, у Шторма 9, у Лейклза 13 уже на Морфе. В то же время у Вайпера 8 левел. И вот только-только появилась ПТ и хедресочка. 1-5. Есть у него, кстати, фраг. Мы помним, дерево он там Вайпер страйкнул. Так, тут кентавра поймал. Ну, я думал, что поймал Никс, но не решился он его ловить.
И вот на Лейклза. Сейчас будет Никс сюда прыгать. Никс по двоим. Отлично. Санстрайк. Отличная игра здесь от Митрас. Но, правда, Сенкинг с ультом в карапасе. Все, влетает. Лейклз здесь. Продубили Никса. Лейклз по-прежнему живой. Четверо его пилят. Вайпер страйк. Лейклз. Сейчас будет вейв. Сейчас будет вейв. Лейклз, я думал, еще поубивает их всех. Кентавр не дает сделать ипаут. Отлично играет Кентавр. Лейклз. Лейклз. Линку сбили. Лейклз. По-прежнему живет. 1-4 дерется здесь Лейклз. Песочки. Лейклз перекачки уже нету. Наконец-то его запилят. Да ладно, есть вейв. Лейклз пытается уйти. Новая оценки будет. Нет, не будет новой. Лейклз просто пешком отсюда уходит. Ну, что я могу сказать? Его били четверо. Все это время инвокер на похрен вообще бил инвокер. Бил Рошана. Просто на пофиг. Причем он реально, он, учитывая его скорость движения, он мог сюда зайти, ну, раз пять, еще вернуться добить. И они бы там разложили бы всех. Но Лейклза в итоге четвером так и не убили. Здесь врывается, кстати, на инвокера. И ты смотри, Марфа убили-то. Марфа-то убили, доминейтинг сбили. Но Айгис забирает все-таки инвокер. Деревце идет за штормом. Шторм улетает. У деревца кулдаун блинкдаггер. Нюкс идет, нужно копать, но нет. Шторм успевает убегать. Все, сейчас за Лейклза будет мстя жестокая. Потому что отдали все-таки этого Марфа, который решил очень нагло пойти на Рошана и подраться там. Постоять, точнее. Никс 11 левел, он уже хочет сейчас кого-то просто вырубить. Опа, Сенкинг по двоим. Ох, как хорошо, прячет одного. У нас Shadow Demon вылазит отсюда. Никс делает блинкаут. Тут же Никс на развороте еще подкапывает. Ну и расстрел просто кентавра идет. Инвокер делает минус. Сенкинг идет копать, копает воздух. Получает урну, получает несколько тычек и отправляется домой зимовать. Отлично. Просто отлично. Просто наша передача рекомендуется для просмотра 18+, потому что, да, согласен с тобой. Тут дерево прыгает, ульт по двоим. Вот он, Никса, отлично играет Никса. Просто мы видим, умирает у нас Кристал Мейден. Вайпер пытается куда-то бежать, но семечко его тут, это дело, никуда не отпустит. Никс идет до конца. Никс сейчас опять блинканется и копнет двоих. Никс, сейчас будет блинк за штормом. Смотрим, шторм. Ну, Никс тут не отпустит, конечно же. Вот так вот, проклятие, и до свидания, Шторм Спирит. Там Кентавр выкупился, ЦМ-ку убили. Good game well played. Митраст. Митраст молодцы, сыграли свою игру. Игру, в которой они вот именно умеют играть. И это, в общем, мягко говоря, коронный пик. А коронный пик это что? Это морф плюс 4.